попробовал под этот болтик засунуть провод. А другой провод подсоединяем к нулевому проводу в электрической сети. Для этого аккуратно вставляем вилку в розетку. Тут уже напряжение надо быть осторожным. И потом с помощью индикатора фазы определяем, где у нас фаза. Вот, видно, что на вот этом проводе фаза. Выдергиваем, запоминаем, как все было, и фазу изолируем, чтобы случайно не влезть и не ударило током. Она нам не понадобится. Между этими проводами всегда есть небольшой потенциал. Сейчас померяем. 2,8 А. Хватит только на светодиод. Но это уже неплохо. Ну неплохо горит. Мерцает немножко, но камера-то не укладывает. А я смотри, фокус не горит в эффекте. Разность потенциала возникает из-за перекоса фаз в электрической сети. Это нормально. Обычно эту энергию сбрасывают в землю, а мы можем ее с пользой применить. Для этого надо лишь повысить напряжение с помощью обычного трансформатора. Достаньте у мужа из старой электроники. Например, из такой вот балалайки. Открываем. Вот он. Он уже здесь оборванный. Этот трансформатор рассчитан для того, чтобы понижать сетевое напряжение для питания магнитофона. Мы же его включим в обратную сторону, то есть подадим наше низкое напряжение на выход. И оно должно повыситься примерно до 220. Пробуем. Вот у нас заземление, вернее, это 0. А второй провод у нас... Это заземление. Аккуратненько. Не забываем, что напряжение повышается, чтобы током не ударило. Все делаем очень аккуратно. Проверим работоспособность с помощью тестера. Так, на входе у нас 2,5. Совсем низкое. На выходе аккуратненько меряем. 64-66. Ну, это, конечно, не 220, но тем не менее, что-то от него запитать можно. Сейчас мы посмотрим. Хватит ли этой энергии для того, чтобы зарядить телефон? Ее не хватает. Я позвонил тестерам и выяснил, что на кране плохой контакт. Сейчас мы его получше зачистим, прикрутим, потому что есть падение напряжения. Ребят, часто приходится слышать, что у меня нет денег, жизнь плохая, как все тяжело. На самом деле в голову приходит только одна фраза. Кто хочет, у того обязательно будет. Приведу вам простой пример. Мне понадобились деньги, а монетизация не такая яркая. Я пообщался со своими обеспеченными друзьями, и они мне посоветовали Future Technology Company. Поскольку сейчас на просторах интернета сильно много обмана, я посоветовался с другом, который хорошо разбирается в финансах, и принял решение о том, что этот проект лучше, чем сотрудничество с банком. Начав сотни или тысячи рублей, может самому в этом убедиться. Так что, друзья, не теряйте свое драгоценное время, пробуйте, развивайтесь. Ссылка в описании. Вот я думаю, к этой штуке будет лучше контачить. Сейчас мы это все увидим, что у нас получилось. 199 вольт, 200 вольт, почти 220. Сюда примотали вот такую вот вилочку. Включаем туда зарядочку. Опа. Еще мы видим зарядка. Все равно не пошла. Пытается стартануть, и тут же выключается. До 60 просинает. Давайте попробуем тогда такого монстрика. Это звуковой трансформатор с лампового магнитофона Яуза. Он немножечко выглядит пожирнее. Он вообще маленький, видите? Но тут, наверное, 1 ватт, не больше. Этот, наверное, уже ватт 10 выдержит, может даже только больше. Даже, кажется, немножко искрит. Очень хороший. Интересно, сколько же тут вольт получится? 233! Да ладно! Попробуем нашу зарядочку. Заработает она от этого жирненького трансформатора. Или нет? Подсоединяем аккуратненько. Так, 220, это не шутка. Да, она работает, смотрите, без перерывов. 79% зарядки идет заряд. Это круто, давайте попробуем лампочку воткнуть. Оп, зарядка перестала идти. Вот такая у нас есть супер кукуруза, которая участвовала в предыдущих экспериментах. И у нее вот этот контакт удобно расположен, как раз под этот трансформатор. Ого, аж искра была. Горит ярко, но все равно свинья что-то мерцает. Это что и не так? Такое противное мерцание прям по глазам давит. Стробоскоп. Давайте другую лампочку.
нашел старый люстр и такую лампу. Сейчас мы попробуем. Она, конечно же, еще большей мощности, 32 ватта аж. Но она другого типа. Попробуем просто. А не загорелась! Она долго думала, но зато не мерцает. Смотрите, разгорается. Бесплатная энергия Земли. Ее хватает, чтобы засветить такую лампу. Пускай она не в полную яркость горит, но она работает. Но самое интересное, что даже при отключении света эта энергия не пропадает. Это бесплатное освещение очень удобно использовать в роли ночника. Единственный недостаток этих блуждающих токов, то что напряжение нестабильное, в течение суток может меняться. Вот только что лампочка горела ярко, теперь вы видите, она уже еле мерцает. Но буквально через минуту-две она опять может загореться ярко. Какие ты хочешь, чтобы мы проверили источники альтернативной бесплатной энергии? Пиши в комментариях, а мы сделаем это. Подпишись на Креосан и будем осваивать свободную энергию вместе. Итак, прозвучал, и вот мы имеем итог. Вот мы имеем итог. Прозвучал финиш, итог. 223 – это то, что идет заряд, и то, что разрядило 112 мА. Вот, поэтому здесь мы видим… Сколько у нас… То есть… Даже тысячи нету, то есть это получается 2600, это 10% нету, это 5%, 5% от заявленной. Поэтому, соответственно, мы видим, что этот китайский аккумулятор бракованный, он не соответствует заявленной, так сказать, не соответствует заявленным показателям. 2600 мАч, вот, а здесь у нас 223, то есть, я говорю, 10 даже нету, так что это брак окончательно. Спасибо всем за внимание, пишите вопросы, если будет в ютубе, ставьте
ответы, так что будет полезно и интересно.